Если вы планируете организовать удобное хранение у себя дома, но не знаете, с чего начать, то я надеюсь, сегодняшнее видео поможет вам сориентироваться в огромном количестве органайзеров, товаров для хранения, которые сейчас представлены в различных магазинах. А возможно, вам даже не придется никуда выезжать, ничего покупать, и все самое необходимое вы найдете у себя дома. И всем привет, меня зовут Саша. Если вы смотрели мое прошлое видео про самые бесполезные органайзеры, какие только могут быть, то наверняка знаете, что под раздачу попали очень многие вещи из IKEA. И если кому-то стало обидно за IKEA, то не переживайте, в этом видео у меня есть вещи, которые я приобретала именно в этом магазине, хотя многие из тех органайзеров, которые я вам сегодня покажу, они универсальные, не обязательно их покупать в каком-то конкретном магазине, они много где продаются. Первая полезная вещь для хранения, по моему мнению, это крючки на дверь. Если вам необходимы крючки в доме, но по какой-то причине нет возможности сверлить стены, я использую вот такие как раз из IKEA, но видела недавно такие же и в фикс-прайсе за 199 рублей, и, конечно же, можно найти в любом магазине для дома. На них можно хранить такие вещи, как халаты и полотенца, если это дверь в ванной, швабру, веник или совок. Одежду, которую вы одевали один раз и которую вроде бы в шкаф не повесишь и стирать еще рано, ее тоже можно повесить на такие крючки за дверь. Также эти крючки можно использовать для хранения мелочей. Если у вас есть какой-либо подвесной органайзер, то вполне можно там хранить и аксессуары для одежды, бижутерию, игрушки. Прекрасным и многогранным предметом для хранения может стать рейлинг. И не обязательно его использовать только на кухне. Если повесить рейлинг над или рядом с письменным столом, то можно хранить в нем канцелярские принадлежности. Если повесить его в детской, то можно хранить на нем игрушки. Если повесить его в ванной, то можно его использовать под хранение аксессуаров для ванной. Подносы не так просты, как кажутся. Их можно использовать не только для того, чтобы носить кому-то в завтрак в постель, но также использовать и для сушки посуды, и для создания чайного уголка, для хранения вещей на глубоких и высоких полках. Но об этом я уже не раз рассказывала. Можно создавать красивые композиции и группировать их именно на подносе. Еще один универсальный органайзер, который точно есть в доме у каждого и служит верой и правдой, это стеклянные банки. Я не знаю, есть ли люди, которые не используют дома стеклянные банки с крышкой для хранения сыпучих продуктов. Если это вы, то дайте знать об этом в комментариях. Лично я уже давно этот способ использую, и я стараюсь не покупать специально банки для этого, а просто использую банки, которые мне попадаются из-под варенья, солений, компотов. В них можно хранить и перевозить готовую еду, хранить свечки, формы для выпечки и прочую мелочевку, которая не находит свое место. Кстати, многое из того, что можно хранить в стеклянных банках, также можно хранить и в стаканах или в каких-то больших бокалах. Например, для сушки столовых приборов вы можете использовать как банку, так и стакан. Хранить фломастеры, карандаши тоже можно в банке или в стакане. Еще стаканы можно использовать в ванной для хранения ватных дисков, ватных палочек. Также из них можно сделать дозатор для мыла. А можно не заморачиваться и сразу приобрести дозатор, который подает мыло в виде пены. У меня такой недавно появился, я им очень довольна. Это вещь полезная, в особенности для тех, у кого есть дети, потому что, вы знаете, у детей часто проблема с мытьем рук, и если они берут кусок мыла, то могут его уронить в раковину, потом долго вылавливать. А когда мыло выходит в виде пены, то это и детям интересно с ним поиграть, и оно как-то лучше на руках распределяется, и, вы знаете, сейчас вообще очень актуально хорошенько мыть руки. В комплекте с дозатором идет дезинфицирующее средство для рук Simplay. У него очень приятный аромат. Обычные емкости для мыла всегда неудобно нажимать, они падают, на них остаются следы. Так что сенсорный дозатор — это тоже отличный органайзер для каждой семьи. Ссылку на него я оставлю в описании. Кстати, с 24 августа стартует распродажа, и такой сенсорный дозатор можно приобрести со скидкой до 40%. Распродажа стартует с 10 утра 24 августа. В первый час случайным образом будут выбраны 10 счастливчиков покупателей для бесплатных заказов. Всю подробную информацию я оставила в описании к этому ролику. Отдельно хочу поговорить о таких органайзерах, которые крепятся к стене, а это держатели для конкретных каких-то предметов и вещей. Например, держатель для утюга,
или держатели для пылесоса. Также сюда можно отнести и такую узкую полку для книг. Органайзеры этой категории также могут упростить вам быт и хранение каких-то конкретных предметов. Еще вам покажу один из любимейших моих предметов для хранения. Это вот такая холщовая сумка. Она очень универсальная, и в ней можно хранить огромное количество самых разных вещей. Мне кажется, нет вещи, которую нельзя было бы в ней хранить. Ну ладно, покрышки, наверное, сюда не влезут. Не обязательно использовать такую холщовую сумку, можно использовать большую пляжную сумку или такие плоские корзины. Хранить в ней можно ноутбуки, книги, игрушки, провода, зарядки, шарфы. И этот список можно продолжать до бесконечности. В общем, если вы еще не используете такие сумки для хранения, то обязательно попробуйте. Они вам помогут сгруппировать вещи одной категории, и вам будет легко их находить, и в вашем доме будет порядок благодаря такому решению. Не могу не упомянуть про такую вещь, как крючки обыкновенные, которые крепятся на стену. У меня есть целое отдельное видео, как один простой крючок поможет вам организовать порядок в доме. Если какие-то вещи не могут найти своего постоянного места, возможно, им просто не хватает крючка. Полки могут стать как полезным органайзером, так и пылесборником, поэтому с ними я была бы поаккуратнее, не лепила их везде, где ни попадя. Мне очень нравятся полки под потолком. Это очень полезная вещь, если у вас в особенности маленькая квартира или мало мебели для хранения. Они смотрятся достаточно хорошо, только нужно не забывать периодически пересматривать вещи, хранящиеся на этих высоких полках, потому что может так выясниться, что многие из них потеряли свою актуальность, и на верхних полках мы храним какой-то ненужный хлам. Подвесные органайзеры в шкаф – это та вещь, которая вам поможет организовать хранение, если вдруг вы нуждаетесь в полках или ящиках, а у вас гардеробная или шкаф продуманы так, что там только штанги. Потому что многие вещи все равно не так удобно хранить на вешалке, на плечиках, нежели на полке. Меня, к примеру, в свое время очень выручил вот такой органайзер. Я в нем хранила брюки и джинсы, и это было очень удобно. Также подобный органайзер можно использовать для хранения обуви, сумок, если у вас их много. Ну и, конечно же, любимых свитеров или вязаных платьев, которые все-таки рекомендуется хранить в горизонтальном положении. Так выглядит список моих любимых и полезных органайзеров для дома. Напишите свой список в комментарии внизу и отправьте это видео своей подруге. Возможно, оно ей будет очень полезно. Всем спасибо за просмотр. До новой встречи. Ваша Саша.